Итак, мы начинаем маршрут Эрец-Кфира, 22 километра, Иерусалимские горы. Маршрут довольно тяжелый. Это исходная точка, заправка. Тут не только мы, тут еще такие же ненормальные. И мы выдвигаемся еще несколько минут. Это четвертый Симан, ты видел, да? Да. Свежо. Там еще ты... сейчас разогреемся. Ну, маршрут очень популярный. Мы, оказывается, здесь не одни. Да. То есть это для нас не было сюрпризом. Велосипедный спорт развивается. Преодолеваем очередной неслабенький подъемчик. Камушки тут хорошие, приятные. Нам еще предстоит еще много таких впереди. Мы поменялись ролями с велосипедами. Ничего, успеем, еще будем снимать. Снег вообще, что ты можешь рукой электрические провода достать. Вот такой снег. И это по кайфу. Ты даже вот так в мае месяце где-то в лощину так заехал, во вражек, да? Ты можешь раздеться и загорать. Там ветра нету, а солнце хорошо припекает. Да, там где-то, ну не знаю, плюс один может быть, минус один, да? Но солнце греет капитально. Мы находимся возле развалин старой крепости, которая находилась по дороге на Иерусалим. На высоте примерно 500 метров. То есть забрались мы уже прилично. И еще не менее прилично нам предстоит залезть. Примерно столько же, метров 280. Сейчас идем рассматривать, что же там такого интересного. Или я что-то путаю, сейчас надо... Да, Мадиин, вот эти вот башни стоят. А, так мы его не так уж и... Для арабов слишком здоровое что-то. Вот дальше деревушка, да, там торчит что-то, скорее всего, от мечети. И кто скажет, что это не природа? Пусть первый кинет в меня камень. Ничего, не заблудимся. Нет, Израиль маленький, куда не поедешь. Я хочу посмотреть, да, это вот, что мы видим отсюда. Это я у тебя взял с этого. Ну, на здоровье мне не жалко. Я вчера, да. Ну, где тут находимся сейчас? Там, точка, да. Так, и что мы видим с левой стороны? Там впереди дорожка. Вроде нормально. На которую нам в гору. Байдарочные. На которую по нашим подозрениям, которые очень вероятные. Сейчас придется забираться. То есть поработать придется от души. Да. Начались небольшие спуски, но это обманчивое облегчение. Все подъемы еще впереди. На фоне таких великолепных видов. Гамсалим. Евреи пришли и все. Очень красиво. Христианское разрушили. Христиане пришли, все исламское, еврейское разрушили. Нет, чтобы создавать. Да, нет, чтобы это, знаешь, тут постоянно на религиозной основе. Там. Если где-то там это было на второй план, там они, им главное захватить там нефть, там территорию, да, просто. Так здесь же это... Зашли, храм разрушили, там свой построили, да? Другие... Мы есть, мы не видим, да? Да, это в сторону Иерусалима. Вот такой чудесный вид по дороге. Не могли, чтобы не остановиться. Трасса, первая трасса на Иерусалим. Мы идем параллельно трассе. У нас своя трасса. Не менее интересно. Виды, которые нас сопровождают. Мы выехали с парка Невейлон, вот оттуда,
Это заповедник. И продолжаем свой маршрут. Кто-то пытается проехать на автомобиле. Ну, посмотрим, как это у него получится в дальнейшем. Хорошо иметь 4-гигабайтную карточку для видео. И хорошо, что она работает. Хорошо. Это позволяет нам не экономить, а потом отрезать все лишнее. Вот, бедолага засветился. Пожалуйста. При торможении иногда какие-то странные звуки. Вам посмотрим. Ну, вот как, такая, как... Надо проверить твои колодки. Колодки? Да я проехал всего. Белый камень, почти иерусалимский. То есть он и есть иерусалимский. Первое препятствие легко преодолимо. Что нам? Такие мелочи. Едем дальше. Поселение Новый Алон. Видите, идет бурное интенсивное строительство. А мы проезжаем. Через это поселение никого не трогаем. По-моему, оно религиозное, датишное. По-нашему. Но сегодня пятница, у нас сегодня нет проблем. Трасса на Иерусалим. Мы завершаем первую часть маршрута, подъемы, хотя еще немножко будет. И выезжаем, приближаемся к первой трассе. Все логично. Направо Тель-Авив, налево Иерусалим. Здесь все туристические автобусы останавливаются в этом месте. Она от Эльвису установили тут его памятник. Рядышком еще один. Ну что ж. Вот еще один новенький. Эльвис Пресли. Собственная персона, золотистый. И вот кафешка Эльвис, пожалуйста. Небольшой участок пути придется сделать по трассе. Мы едем в знаменитое место, где делают хумус Абу-Гош, Бустан Абу-Гош. Не знали, мы попадем туда и будем ли кушать хумус. Но мы держим это направление. Считается лучший хумус в Израиле. Так, мы в поселении Абу-Гош. Знаменитом, те, кто любит хумус, а те, кто его не любит, должны попробовать, и тут же его полюбят. Проверено. И пункт Пальмаш. В войну за освобождение. Это все деревня Абу-Гош. Въезд в эту деревню. Я думаю, что вот в этом месте Яр-Хамиша сделаем привал. Да, хорошо. Тут есть столики чуть дальше. Вот ребята, до чего доводит неконтролируемое занятие спорт. Итак, у нас заслуженный перекур. Смотрите, какое чудесное место. Сдали вам видно. Столики. Сейчас мы тут немножко закусим. Монстры. Да. Сейчас 50 чистого пути и 15 километров мы уже протарахтели. Да, просто мы молодцы. Кстати, я вот сказал ребятам, что маршрут был для супер меткадмин, супер профессионал, супер спортсменов, как было обозначено на сайте. Но мы не чувствуем особой усталости, правда? Да, мы То есть мы уже вроде как-то можем себя причислить к суперспортсменам. Либо определение было не совсем корректным. Да, да. Помнишь, на Кармеле, да, мы делали такие. Там на самом деле был супер. Да. Там на самом деле что-то. Да, да, там было почище, да. Да, там. Обалденно. Итак, ребята, у нас перекур, перерыв. Сейчас редкие кадры, когда мы все вместе. Трио крутых ребят. Супер меткадмин. Поднявшихся на 780 почти метров по вертикали. Не, извини, общий подъем. По
наполняющих калорий. Это очень вкусный. Возьми с яблоками, колбаса. У меня типа мыльница, ну, здоровая. Она еще, типа, я купил такую для нее, типа, сумочку, но получается, в этот рюкзак, у него бутылку двухлитровую впихнуть не мог. Есть патент, только вешается на руки, довольно удобно. Ну, я видел в масле. Сумка, да? Да, я вешаю, вот. Но там цена какая-то не в меня. А я думал, просто через там плечо, но боялся. Там даже место есть, видел, да? Для карты даже место есть. Я в масле не видел, потомка какая-то, ну, там что там, по ценам. Я на них обиделся. Так, шустро мы спустились, теперь небольшой подъемчик. Места красивейшие. Я начинаю понимать, зачем дорогая передняя вилка и двухподвесок. То ли еще будет к концу маршрута. Талекс накручивает. После еды тяжелее, конечно, нам, ну что делать. Ну и вот очередное место отдыха, которых тут немерено на этой части пути. Такая виды с такой смотровой площадки сверху. Просто не могли проехать мимо. Ну, как раз очень удачно подсвечено солнцем. Я надеюсь, что на виде, на телевизоре потом это будет, на мониторе это будет красиво. Ну когда-нибудь же начинать надо. Не, ну мы уже ж крутые такие спортсмены, ребята. Да, да, вы нет, чё? Тюль, да, мы сделали тюль меткадмим так, в пол дыхания. А, сейчас мы это быстренько скатимся. Да, нам даже хватило. Хотя подожди, я не понял. У меня 17 километров показывает, чем мы приехали. Ну и вот такая красота нам встретилась по дороге. А нам еще туда. Вот такой чудесный сингл. Встретился нам на пути. Просто море удовольствия. Вот что, как важно хорошо, как важно иметь хорошую переднюю вилку. Важно иметь длинную ночь. И низко опускать сиденье. По этому синему маршруту мы будем продолжать свой путь. Мы сейчас в долину спустимся. Да? Любишь кататься, любишь саночки возить. Фух. Лыжня тут очень каменистая. Думаю, комментарий излишний. Радует одно, что тут вверх лучше, чем вниз. Мы эту еле заметную тропинку еле нашли. Уже были вправо и влево, а теперь вот двигаемся, как положено. Красная армия не сдаёт. Нормально приехали? Да, прекрасно. Но это слишком уж участок. Это магнит для тебя участок. Рома, посмотри сюда. Ты должен слюной обливаться. Но мы простые смертные идем пешочком. Вот подъемчик, надеемся, последний. Осталось 6 километров. Ну, сделаем быстро. Выглядит обалденно. Это ущелье Нахаль. Этиль, не помню. Что это такое? Итла, по-моему. Нахаль Итла.
Ущелье Нахалитла. Мы туда спускаем. Выбрались в долину из ущелья. Скоро будем на финиш. Дима несется на всех парусах. Хочется домой уже, жена дома, как впрочем и у всех. Не бурчало. Это придает, звонят. Да, придает силы, придает нам силы. Я старался как мог. Последние километры. Переходящие в метры. Фух. Я под конец горки решил отдохнуть.